На улице Советская проводится замена магистрального трубопровода с увеличением диаметра. По словам директора Магадан-теплосеть Павла Жорова, это один из самых масштабных, крупных и затратных участков, где проводятся подобные работы. Раньше здесь находилась труба с диаметром 500 мм и обеспечивала она 3 центральных тепловых пункта. Но сейчас ее диаметр увеличивают на 300 мм, поэтому в недалеком будущем она сможет передавать тепловую энергию в большем объеме. Новая труба в нормативном состоянии прослужит 50 лет. Также она будет находиться в полностью проходимом канале с освещением, чтобы обслуживающий персонал мог спокойно проверять и обслуживать трубу. Поэтому за все время работы новой трубы на этом участке не потребуется делать большие траншеи и перекрывать улицу. Всего за 6 лет будет реконструировано порядка 1 километра магистральных трубопроводов, общей стоимостью около 600 миллионов рублей. К 15 сентября новый трубопровод должен быть полностью готов к эксплуатации, а к 20 октября должны закончить оставшиеся работы в виде обратной засыпки и открытию улиц. Сейчас есть небольшие отклонения от графика, но не из-за подрядчика, а из-за дождливых дней в городе. Непогода внесла небольшие корректировки в работу, потому что любые осадки плохо сказываются на процесс. Так, в некоторых местах требуется замена грунта. Но тем не менее, все работы идут под контролем специалистов, поэтому сомнений, что тепломагистраль заменят и пустят в эксплуатацию, нет.